В этом году на вакцинацию югорчан выделено порядка 100 миллионов рублей. На следующий год сумму сокращать не планируют. Как рассказали в департаменте здравоохранения, в 2016 году количество средств на прививки увеличили в 5 раз. Это связано с тем, что по данным на 2015 уровень вакцинированности населения стал уменьшаться. Поэтому и пришлось увеличивать финансирование этого направления. Привакцинироваться надо. Вакцинироваться нужно как против гриппа, как федеральная инициатива, так и против местных наших заболеваний, тулеремия, это клещевой энцефалит. И в этой связи мы на 2016 году запланировали в пятикратном почти размере увеличение финансирования на вакцины.